Во дворе центральной Джума мечети Махачкалы развернули шатер Рамадана. Это ежегодный культурно-благотворительный проект. Его организатор – фонд «Инсан» при поддержке меценатов и неравнодушных людей. В этом году, по словам представителя фонда, за весь месяц Рамадан шатер планирует принять и накормить более 100 тысяч человек. Отведать горячую еду во время разговения сможет любой желающий.